Господин обер-лейтенант, какие будут распоряжения по поводу господина штурмфюрера? Какие распоряжения? Грузите его вместе с остальными. Ему уже все равно. Простите, господин обер-лейтенант, но он еще жив. В смысле, жив. Такое случается. После удара взрывной волны процессы в организме сильно замедляются. Пульс почти не прощупывается, но со временем все должно прийти в норму. И тогда... Быстро, в госпиталь его! Быстро! Так точно! Что случилось? Кажется, у нас гости, господин Гауптман. Внимание! Готовность номер один. Без команды не стрелять. Так точно. Ну что там? Сейчас наши начнут. Значит так, повторяю еще раз. Работаем только холодным оружием. Ясно? Стоять! Прошу старшего офицера без оружия подойти ко мне. Майор Мюллер, 203-я охранная дивизия. Мы преследовали группу русских диверсантов. Гауптман Вебер, прошу показать мне ваши документы, господин майор. И как давно вы видели диверсантов? Последний контакт был вчера вечером. Потом им удалось оторваться. Чем я могу вам помочь, господин майор? Мне срочно нужна связь, господин Гауптман. К тому же, вполне возможно, что нужный им объект находится где-то здесь. Ах, so? Неужели? Ja. Да. Folgen Sie mir, Herr Major. Прошу за мной, господин майор. Aber Ihre Leute müssen Sie erwarten lassen. Но ваши люди пусть пока подождут здесь. Хорошо. Установи прямую связь со штабом. Срочно! Я прошу вашего внимания. Доблестные солдаты германской армии. Только что я получил важное сообщение для нас всех. Сегодня утром. После продолжительной болезни умер рейхсканцлер Великой Германии Адольф Гитлер. В связи с этим трагическим событием
На всей территории Третьего Рейха объявляется трехдневный траур. Прошу вас, солдаты. Минута молчания. Нам нужно его как-то разбудить. Штурмбанфюрер. Господин штурмбанфюрер. Wie fühlen Sie sich? Как вы себя чувствуете? Was ist passiert? Что случилось? Es war eine Granate. Это была граната. Вы успели скрыться за стеной. И это спасло вам жизнь. Сколько я был без сознания? Примерно 3 часа. Покиньте помещение. А что с плотиной? Ничего. Соедините меня. Так точно. Соединяйте уже скорей. Ну что, за 2 часа успеем? Не волнуйтесь, все давно обработано. Надо бы бойцов переодеть в немецкую форму. На случай непрошенных гостей. Это мысль. Юровских. Возьми 2 бойцов, пускай переоденутся в немецкую форму и займут оборону на въезде. Зря они с ним так. Он действительно хочет помочь. Чем? Они и так без него справятся. Значит, не верите в его раскаяние. Не нам решать его судьбу. А жаль. Давай, опускай, опускай! А второй гад. Как мне в глотку вцепится, я думал, у меня глаза выскочат. Хорошо, Егоров его сзади приложил, а то б кранты мне, а сам, эх. Спасибо. Что ж, Мавр сделал свое дело. Не понимаю только, зачем меня сюда притащили. Все равно вон. Никто не доверяет.
А ты думал, что тебя на руках здесь носить будут? Ну так и оставили бы меня в лагере. Или пристрелили бы. Все, трибунал меньше работы. Перестань. Без твоей помощи здесь ничего не было. Думаешь, зачтется? Вместо вышака 10 лет дадут. Ты еще скажи, что ждать меня будешь. Глядишь, расплачусь. Никто не заставлял тебя сдаваться и работать на этой чертовой плотине. И уж точно никто, кроме тебя, меня не виноват. Поэтому возьми себя в руки. Ну, конечно, конечно. Ты-то здесь своя. Тебе проще. Это мне проще. У меня за линией фронта сын и мать. А я здесь, с тобой. Только мне за них страшнее, чем за себя. Потому что я жена предателя. Это, по-твоему, проще? Это невозможно, господин полковник. Разрешите? Вы должны нас понять. Немецкие законы весьма суровы. Если мы согласимся с вами сотрудничать, нас обвинят в предательстве. Наши семьи лишатся пособия. В этом году моей матери исполнится 70. Она уже не может работать, как раньше. Без пособия ей будет очень тяжело. Вот взгляните, это моя мать. Я не могу с ней так поступить. Товарищ полковник, будет сеанс или нет, а то 5 минут осталось. Законы у вас строгие. Семьи пособия лишатся. А наших... А о наших семьях кто позаботится? А о наших матерях ты подумал? Звали вас сюда! Я спрашиваю, звали! Алис Кля? Все в порядке? Я волю оберст. Так точно, господин полковник. Ну, так-то лучше будет. Значит, получается, что сеанс связи прошел вовремя, и никакого сигнала тревоги не поступало, верно? Хорошо. Я сделал все, что вы хотели. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Обязательно. Но только после того, как все закончим. По всей видимости, сейчас вам перезвонят по полевой связи и запросят подтверждение последнего сеанса. Свяжитесь с дежурным офицером и спросите точное время сеанса. Вы имеете в виду на плотине? Ну, конечно. Позовите дежурного офицера к телефону, срочно. Делайте, что он говорит, Гауптман. Гауптман Вебер. Гауптман Вебер. Jawohl. Так точно. Also, Ihnen sind keine besonderen Aktivitäten aufgefallen. Значит, никакой подозрительной активности вы не заметили. Gut. Хорошо. Von nun an machen Sie Meldung persönlich. С этого момента вы будете докладывать мне лично каждые 30 минут. Что мы будем делать? Шульц. Herr Standartenführer. Господин Штандартенфюрер. Nein, die Operation ist noch nicht abgeschlossen. Никак нет. Операция еще не закончена. Aber es läuft alles nach Plan. Да, пока все идет по плану. Jawohl. Слушаюсь. Schicken Sie einen Wachbataillon der SS direkt. Немедленно выслать к плотине тревожную группу охранного батальона СС. Они должны прочесать весь лес в районе плотины. Слушаюсь, господин штурмбанфюрер. Thank you.
прости меня за этот срыв. У всех и так нервы на пределе. А этот со своим шкурным интересом. Простят, не простят. Расстреляют, не расстреляют. Ты тоже меня прости. Кажется, что-то случилось. Товарищ полковник, немцы со стороны леса. Хорошо. Всем приготовиться. По местам! Давай. Сколько их? Примерно полсотни. В 3 километрах от нас. СС. Думаю, минут через 20 будут здесь. Судя по маневру, они не подозревают, что плотина захвачена. Скажу ребятам, чтобы прекратили работу. Жалко, много времени потеряем. А если бой затянется, вообще не успеем. Надо покончить с ними максимально быстро. Для этого нужно подпустить их как можно ближе. Ну, как это сделать? Там же тоже не дураки. Я знаю как. Можно у вас, товарищ полковник? Может, вы объясните, что вы задумали? Да так, маленькая военная хитрость. Это очень опасно. Да что вы, барышня, не опаснее, чем на каруселях в парке кататься. Все будет хорошо. Немцы. По местам. Ну что, Вебер? Hast du alles verstanden? Вы все поняли? Ja, ich habe alles verstanden. Да, я все понял. Aber ich möchte sagen, но я прошу вас учесть, что das ist das S. это СС. Ich kann Ihnen nicht и я не могу им приказывать. Вебер, а вы не приказывайте. Вы попросите, только очень убедительно. Потом вы можете быть свободны. Ладно. Начальник дежурной смены Гауптман Вебер. Хорошо, что вы прибыли так быстро. Быстро? А вы что, давали сигнал о помощи? Нет, я всего лишь сообщил, что в лесу на той стороне замечено подозрительное движение. Что вы говорите? Да. А мне ничего про это не известно. Когда вы это сообщили? Около 10 минут назад. Видимо, ваше сообщение пришло уже после того, как мы выехали. Вы посылали разведку? Нет. Это не входит в мои обязанности. Но, возможно, это связано с работами, которые в данный момент ведутся на плотине. Что за работы? Это гидротехнические работы, господин офицер. Я думал, что вас проинформировали. Может, вы проверите, что там? Или хотя бы усилите охрану на время работ, если не горите желанием идти в лес? Что вы говорите? Как интересно. Мы не боимся, господин Гауптман. Это принцип СС. Я думал, вы знаете. Быстро прочешите лес. А в случае чего? Вы прикроете нас? Разумеется. Давайте. Слава Богу, слава Богу, слава Богу.
herein. Заходите. Herr Sturmanführer. Господин Штурманфюрер. Es wurde gemeldet, dass... Только что сообщили, что огневой контакт в районе плотины длился не более 2 минут. То есть можно предположить, что группа попала в засаду и была уничтожена, а объект захвачен. Wie bitte? В смысле? Ja, und es herrscht auch Funkstille. И у нас нет связи с плотиной. Was heißt Funkstille? Что значит was нет связи? Что с тревожной группой? Что? Das gleiche. То же самое. Молчат. Alle Gruppen gelb, всем группам Weiss выдвинуться к плотине. Richtung Staudamm. Быстро. Lassen Sie den Wagen. Я выезжаю немедленно. Давайте машину. Так точно. Oberleutnant Kempke. Kempke ist Schulz. Kempke, это Шульц. Sagen Sie, kann es sein, dass im Falle Скажите, вы уверены, что в случае прорыва плотины нашему аэродрому ничего не угрожает? У меня есть подозрение, что Жихарев ошибся в своих расчетах. Исключено. Все расчеты были перепроверены и утверждены в штабе инженерных войск. И я уверен, что там все в порядке. Скажите, а что, собственно, случилось? Пока ничего. Но на всякий случай прикажите держать все самолеты в полной готовности к вылету. Быстро! Машина готова. Господин Шульц, я прошу прощения, но мне кажется, нам стоит срочно запросить дополнительную помощь. Пока она прибудет от плотины, ничего не останется. Камни на камни. А сил у нас и так хватит. Понимаете? Вы точно так же знаете, как и я, что нам нужно доложить об этом руководству. Вы же уже доложили. Доложили же. Вы уже доложили. Доложили уже. Вы свободны, Вибер. Если хотите, могу организовать вам боевое ранение. Недостоверности. Да нет, спасибо. Надеюсь, вы не будете стрелять мне в спину. Атаковать без разведки сходу, потому что времени у них мало. Предлагаю вот здесь на опушке поставить пулеметный расчет. Когда нам совсем тяжело будет, чтобы ударили с фланга. Возьму Селиванова и Такуева. Добро. А если с двух сторон зайдут? Может и зайдут. Отправим туда пятерых бойцов с пулеметом. К тому же они могут вести огонь с той стороны. Сгодится. Ну, а тебе надо руку на пульсе держать. Согласен. Halt! Стоять! Hauptmann Weber. Гауптман Вебер. Плотина захвачена русскими диверсантами. Тревожная группа охранного батальона СС уничтожена. Сколько их? Примерно 40 человек. В данный момент они проводят минирование объекта. С ними русский инженер Жихарев. Und warum leben Sie noch? А почему вы еще живы? Bitte? Что? Sie brauchen nicht antworten. Вы можете не отвечать. Ich мне kenne die Antwort. И так все ясно. Bitte? Я прошу вас, дайте мне возможность mit Blut кровью искупить свою вину.
Blut. Кровью? Jawohl. Так точно. Das können Sie haben. Не вопрос. Может быть, трофей возьмете. Хорошая машинка и лупит знатно. Нет, спасибо. Я к этому только привыкну. Ну, как хотите. Эй, ты о чем думаешь? Да так, ко всякому. Всем приготовиться! Огонь по моей команде! Господин штурмфюрер, вы звали. Передавайте всем, мы начинаем атаковать и атакуем непрерывно. Пленных мы брать не будем. Всех трусов вы можете расстреливать прямо на месте. Приготовиться. Но, господин штурмфюрер, мы даже разведку местности не провели. На это нет времени. Если они взорвут плотину, я не даю за наши жизни даже паршивого пфеннинга. Кстати, первый, кто прорвется, получит железный крест первого класса. Вперед. Так точно. Да их там не меньше сотни, а то и поболее будет. Как говорит полковник, поют не числом, Коля, а умением. Ну, слава тебе, Господи. А то все гудков да гудков. Огонь в сторону плотины, понятно? Вперед! Дебилы. У меня патрон заклинило. Дай сюда. Натяж. Да брось ты ее, твою ж мать! Дай мне нах! Отряд, за мной! Быстро! Давай!
Трое за мной. Остальные продолжают держать огонь, пока мы не займем плотину. Быстро! Прилегли, сволочи, не нравится! Командир, пока они не очухались, надо уходить! Добро, отходим! Такое, вперед! Давай, пока ты! А мы прикроем, давай, давай! Там Петр! А кто на подрыве? Я не знаю. Беги! Нет. Беги, подстрахуешь! Я не сумею! Да там нечего уметь! Просто крутишь ручку и рвешь! Давай, давай, беги! Гермионыч! Уходи, Мичман! Патроны заканчиваются! Эти трусы проклятые! В атаку! Вперед! Черт, за где пошли, сука! Патроны есть? Нет. Надо отходить. Сигнала нет. Значит, не закончили. Дуй на ту сторону, скажи, больше 10 минут не продержимся, я прикрою. Пошел давай! Yeah.
Не стойте, как истуканы. Вперед! Как-то так. Сюда. Куда? Куда, мать твою? Куда? Себя пожалел, струсил. Но теперь ясно. Ерунда это все. И так уж прости, что все так обернулось. Вроде как пообещал, что беречь ее буду. А оно вон как вышло. Я в лакуши сделала. Теперь паре легче будет. Это все ты затеяла? Я сама разберусь. Ты, главное, направление показывай. Вдвоем нам не выбраться. Отставить разговор. Залезай. Давай. Помочь? Сам. Со своей волокушей. Готов? Дура. Упертая баба. Чё?
Впереди будут еще 4 долгих кровавых года. Эта страшная война унесет миллионы жизней советских людей. Дорогой ценой удалось сломить и остановить фашистов и одержать великую победу. После освобождения Алипова от фашистских захватчиков Вера Жихарева вернулась в город, участвовала в его восстановлении и растила сына. Петр Стрельченко не дожил до победы несколько дней и погиб при взятии Берлина. Мы всегда будем помнить о подвигах тех, кто отстоял нашу родину и дал нам возможность жить. Вечная память героям, павшим и живым.